Анна Добриднєва, співачка, продюсерка, бізнесвумен, має власну лінію жіночої білизни. Народилася у Кривому Розі. Вот такой год. Мне вообще кажется, что с каждым годом все лучше и лучше. Я лучше понимаю себя, свои желания, свои возможности, быстрее иду к цели. И лучше чувствую мир, и приходят песни. И, ну, то есть я обожаю этот год, который вот проходит, заканчивается, 2019, он вообще божественный какой-то, классный. У меня было много проектов и творческих моих, каких-то, то, что я смогла реализовать это, и вот новый трек, который я обожаю, называется «Молоді». Мы дикі серця, такі молоді, завжди буду я, завжди будеш ти. Ми дикі серця, такі молоді, завжди буду я, завжди будеш ти. Помимо творчества, именно музыкального, еще и я же, у меня есть своя линия нижнего белья в коллаборации с брендом Rain Rouge. Нижнее белье называется E-Fight, это женское нижнее белье, там кружево, шелк, вот этот весь мир, который мы, женщины, обожаем. Вот. И за этот год тоже удалось реализовать много классных проектов. Мы выпустили 3 коллекции, в том числе коллекцию купальников, которую, кстати, презентовали на Odessa Fashion Week. Да, ну конечно же, где же, как не на побережье Черного моря, показывать коллекцию наших купальников. Потом у нас такой знаковый для меня лично, это вот номер в Playboy вышел в ноябре, в котором тоже девушки были в нашем белье. То есть это такое вот очень статусное для меня проявление. Да, и партнерство с Miss Украина. Это национальный конкурс «Мисс Украина». То есть вот мы специально разработали белье для самых красивых девушек страны. Я очень давно не ощущала усталости, правда. Несмотря на то, что много работы, у меня к этому немножко другое отношение. Но я не всегда так думала. Скажу так, раньше я воспринимала работу, ну, то, чем я занимаюсь, дело своей жизни, как работу. То есть я работала работу, и люди вокруг меня тоже работали, тяжело пахали, у них были определенные задачи, дедлайны и все такое. То есть была какая-то напряженная атмосфера. А потом я немножко переосмыслила вообще происходящее, и для меня моя работа – это огромный кайф, это приключение, это возможность путешествовать. Я просто вот здесь я поменяла в этом механизме какие-то шурупы и перестала уставать. То есть я тотально наслаждаюсь. Вот так. Даже если там перелеты, недосыпы и все остальное, все равно, ну, как-то я к этому поменяла отношение. Я не работаю. Я не работающий человек. Я наслаждающийся человек. Помимо творческого мира, в котором я обитаю, он такой немножко безразмерный, ненормированный, он даже немножко инфантильный. Вот. Но при этом я же еще и продюсер. То есть у меня еще одна субличность, которая очень четко все понимает, которая четко все рассчитывает. И я вот научилась балансировать между этими двумя субличностями. И получается все. Ну да, понятное дело, что с каждым новым проектом это какие-то новые навыки, новый опыт, какие-то ошибки. Где-то я пробежалась по грабелькам, набила шишки, где-то наоборот все получилось, и я уже знаю как. Ну, то есть я просто делаю то, что делаю, вот так. Я нахожусь абсолютно в этом мире, но не в конкуренции. То есть мне не нравится это понятие, я не люблю это осознание конкуренции, когда нужно что-то доказывать, когда нужно бороться, когда... Но это внутреннее напряжение, излишнее, зачем? Тем более, если мы говорим о творчестве. Но я нахожусь абсолютно, ну, то есть я в мире шоу-бизнеса нахожусь, но это какой-то, у каждого своя дорога, свой путь и все. И у меня очень много хороших таких отношений, и крепких отношений, и доверительных отношений именно с представителями шоу-бизнеса. То есть, ну,
Опять же, знаете, да, ну, некоторые люди говорят о том, что шоу-бизнес – это вообще такая грязь, болото и все такое, там, все там друг другу что-то, палки в колеса. Нет. Ну, возможно, окей, если ты выбираешь для себя такую реальность, возможно, ты будешь находить подтверждение. У меня другая реальность. И все. И все прекрасные люди. Вот. Изменилось очень много, да, очень много изменилось, потому что тогда, 10 лет назад, я была в группе паранормальных, и у меня был контракт с продюсером, то есть все решения, ну, такие глобальные решения, не творческие, в творчестве мы всегда находили компромиссы, нас всегда к нам прислушивались, именно такие глобальные решения по бизнесу, по продвижению проекта принимал продюсер, он брал на себя все удары, брал на себя все шаги, и, в принципе, я исполняла роль, ну, такой творческой единицы. Довольно свободная, но при этом безответственная, скажем так, ну это правда. Сейчас все поменялось, поскольку ответственность вся на мне, я сама инвестирую в свой проект, я сама понимаю, что нужно делать, где и как, и то есть вот за время сольного проекта вот у меня уже 10 клипов, 13 синглов, и ну в принципе все, что происходит, оно происходит в геометрической прогрессии. Каждый трек – это мой грандиознейший план, это такое ощущение, что это вот мой какой-то ментальный ребенок, что-то такое. Потому что я безумно люблю каждую ноту, каждое слово, которое ко мне приходит. И, ну да, буду в следующем году выпускать 2 трека. Ну, пока не буду, я не люблю говорить о том, что еще не произошло. Я люблю делиться уже результатами, причем громко об этом со всех радиостанций и со всех площадок, которые только возможны. А результатами, вот пусть это произойдет, и расскажу вам обязательно. В Одессу я обязательно заеду. В Одессу, конечно, потому что я, во-первых, очень люблю Одессу. У меня с этим связано много приятнейших воспоминаний. И там, я вообще не знаю, как вы работаете в Одессе, там тотальный отдых. Туда попадаешь, и все, хочется сразу улыбка на лице, хочется отдыхать. И я не знаю, как люди делают в Одессе бизнес, правда. Там такая атмосфера потрясающая. Вот. Но в частности, вот у меня был отдых с папой именно в Одессе. Мы выбрали для себя Одессу как место, где мы встретимся, проведем вместе там много дней. Мы гуляли, наслаждались, ходили в ресторанчики и просто, ну, нам вот именно Одессу выбрали для себя этим летом. Мои поклонники могут меня увидеть хоть 24/7 в Инстаграме, потому что я всегда щедро делюсь всем происходящим в своей жизни, то есть ничего никогда не скрываю. И анонсирую мероприятия, и, ну, то есть глобально анонсирую мероприятия, а вот именно так лично делюсь своими переживаниями или какими-то радостными моментами. То есть у меня вот в социальных сетях такой очень хороший диалог с аудиторией, мне очень нравится. Разную, очень-очень разную музыку я слушаю. То есть иногда в плейлисты заскакивает какая-то группа, которую я даже не могу прочитать название. Но она меня чем-то цепляет, я ее там несколько раз послушаю. Угу, окей. Дальше еще какая-то группа появляется, или кто-то что-то сбрасывает. То есть я потребляю из любых источников. Ну, в основном люди, которым я доверяю, что-то мне скидывают, и я слушаю. Вот так. И либо же что-то случайно нахожу, либо же смотрю какой-то, например, фильм, и там звучит музыка, я обязательно включаю Шазам и нахожу что-то тоже новое для себя. То есть сложно сказать, перечислить поименно именно те группы, за которых я вцепилась и фанатею. У меня нету такого понятия. Давно уж. Ну, когда-то давно в юности у меня такое было. Там были группы, прям, которые я слушала из альбома, ждала. Даже постеры какие-то цепляла, что-то такое. А сейчас нет. Сейчас вот просто очень много новой музыки. Классной, невероятно интересной, экспериментальной. И... Богемская рапсодия. Да. И Джокер. Ну, это из таких фильмов, которые наверняка многие смотрели и понимают, о чем я говорю. Обожаю Новый год. Обожаю. Обычно отмечаю на сцене. И это классно. Я люблю праздники на сцене. И
Тоже, знаете, есть такое мнение, что вот артисты относятся к корпоративам как к чему-то... А, корпоративы. Послушайте, но есть, да, у нас в жизни праздники. Самое крупное, там, день рождения, Новый год, свадьба, это то, что там раз в жизни бывает, ну, в лучшем случае. И когда какой-то человек решает провести этот самый день X, самый лучший в жизни, именно под твои песни, это такой кайф. Во-первых, это честь большая, это большая ответственность, это большая радость. То есть, ну, я люблю корпоративы, и мне очень нравится, когда Новый год, как правило, если я попадаю на корпоратив новогодний, то это какая-то очень крутая компания. То есть, ну, в плане не крутая компания, а общество людей классных. То есть я очень радуюсь всегда, мне нравится. Я всегда верю в Новый год. Обожаю этот праздник, он еще такой, как подведение итогов. И все планы обычно стартуют с 1 января, там какие-то глобальные перемены тоже. То есть там подходит время к Новому году, я обязательно какие-то списки пишу, что-то там начинаю перебирать в памяти, что мне нравится, что мне не нравится, от чего пора отказаться, что пора оставить. Такое ощущение, что это действительно какой-то рубеж. Ну это психологически, это реально работает. Классная история. А по поводу детства, праздник с семьей. Это супер. Все самые светлые переживания, впечатления. Я просто из очень скромной семьи, но в плане скромного достатка. И у нас никогда не было пира, у нас никогда не было каких-то там сумасшедших продуктов, деликатесов. Я этого не помню, я этого не знаю. То есть там максимум салат оливье. И все. Но это все было настолько... так, ну, то есть, ну, детство. В детстве любой праздник – это самое большое ожидание. Самые большие надежды, и как бы он ни произошел, что бы ни подарили, это всегда, ну, это всегда счастье. Ну, во-первых, надо заниматься тем, что нравится. Вот нравится, причем может быть абсолютно любая профессия, которая может искренне нравиться любому человеку. И дело не в статусе. Дело даже не в уровне заработной платы, абсолютно. Ну, нравится профессия, человек занимается, получает от этого кайф. Вот. Надо просто расслабиться, вот не напрягаться. Понятное дело, что мы, да, мы все взрослые люди, мы на планете Земля уже ходим давно. И у нас есть уже какие-то свои встроенные графики, календари, свои какие-то часы, таймеры. Мы понимаем, что, ну, есть какие-то рамки выполнения работы и все такое. Но оно есть, оно работает без нашего уже ведома. Просто надо расслабиться. Я люблю с творческими людьми общаться на творческие темы. То есть, например, я могу встретиться со своим другом, которого не видела 2 месяца, и мы с ним можем 3 часа подряд друг другу ставить любимую музыку, которую вот нашли за это время. По поводу того, как дела, где ты был, что ты ел, и все, даже вообще не затрагивать это, мы просто в какой-то поток попадаем, а вот это ты слышал, а вот это зацени, и все. И вроде бы как мы пообщались, то есть я через то, что он мне скидывает, я понимаю вообще, что с ним происходит, что в голове у этого человека. Тоже классно. Важнейшее место в жизни – любовь есть в каждом из нас. Я вообще не понимаю, без любви смысл в этом, во всем. А любовь – это как раз мой источник вдохновения. Причем не конкретно какому-то человеку, который там терзает нервишки, или наоборот, который дарит счастье, а вообще вот это ощущение, мой опыт, самого первого ощущения любви, которое дарили мне мои родители и дарят сейчас, до каких-то любовных историй, это все во мне, и оно со мной навсегда. Так же точно, как и с каждым человеком. Просто нужно открываться, чтобы не бояться. Поверьте, у меня было столько историй, после которых можно вообще, знаете, закрыться в горы, свалить, и чтобы просто больше, никто не терзал, и чтобы не открываться, и чтобы случайно не оступиться, и чтобы не было больно, там какие-то получить душевные ожоги. Но нет, ну как бы я все-таки верю в людей, я верю в то, что любовь бывает очень разная, и ее нужно разную испытать в этой жизни. И хорошую, и плохую. Себя понять лучше. Вот так. Для меня это любовь, да. Мне нужно на лыжи срочно со своей семьей. Прям нужно, очень хочу.
А еще, знаете, так интересно, вот есть, например, какое-то событие важное, к которому мы идем, а все до этого события, оно вот, вот вроде бы тоже важно, но оно чуть-чуть обесценивается, потому что это событие круче. Потом появляется еще событие, там, день рождения. И даже вот это событие, какая-то важная поездка, она уже тоже чуть-чуть как бы мельче. И вот у меня сейчас запланирована поездка на лыжах с родителями, и я понимаю, что все невероятные события, которые происходят до этого, они уже такие в ожидании. Просто я так хочу. Я хочу с родителями поехать покататься. Любить себя и уважать себя. Потому что от этого строятся отношения к миру. То есть человек, который любит себя и уважает себя, никогда не позволит себе там, поступить плохо с кем-то другим. Там, повести себя как-то некорректно, сделать что-то, даже не человеку, просто этому миру что-то сделать плохое, вести себя по-хамски или там, быть тварью. Да? Вот. Поэтому любовь и уважение к себе – это круто. Я всем желаю это испытывать искренне, к себе прежде всего. И все.